В начале апреля во всем мире отмечается Международный день птиц. В Ленинском округе этот экологический праздник провели с пользой для пернатых. Лесничий музей заповедника Горки Ленинские смастерил и развесил новые скворечники. Дома для птиц уютно расположились в мемориальной зоне усадьбы. К выбору деревьев Алексей Морозов подошел с большой ответственностью. Шесть новых скворечников установили на высоте около 10 метров, при этом старые убрали совсем.